Все. Мы друзья, понял? Мы друзья. Мы все помогать должны друг другу, не только сейчас. Иди, еще рюкзак сейчас заберу тебе. Ты не бандит, не надо прикидываться. Я уже протер, теперь ты глаза протри. Перед тобой Господь, каждый из нас Господь. Это твоя остановка. Это твоя остановка. Каждая остановка наша. Молодец, поздравляю тебя. Поздравляю тебя с этим, ты проиграл. Ты никто. Ты не Господь, ты Господь, понял? Успокойся. Лучше сочиняй что-нибудь хорошее. Люди не радуют своим творчеством. Чего-то не оставлять. Снимись хотя бы для начала, по-доброму снимись. Ты с собой посмеешься, в конце концов. Это ж ты что, ты так себя вести? Не идет. А рублика нет у тебя? Подай морской пехоте. Да не знаю там. На бедность. Завалялся, может, где? Ну, если завалялся, дай. Ну, сейчас посмотрим. Отлично. Тогда и познакомимся. Ну, вообще, может. Ну, я подожду. Станцуй. Может, бицы? Можем бицы? На мне берцы. Бицы и берцы. Деньги вперед. Нету. Как нету? Ну нету. Ну 10 копеек дай. Нет вообще на нуле. Нахуй пошел. Девчонки, а есть 10 копеек на память? На память 10 копеек дайте, ребят. Бамжики. Она всем тут ошивается. Вообще на нуле. А, все, понятно. Я вам тоже деньжат подкинул, что съесть. Сколько ты денег? Вдох-выдох. Упала, отжалась. Нахуй. Сама. Я сказала, пошел нахуй. Дима, тебе повезло. Ладно, снимай. Вдох, выдох. Будьте любезны, у вас не будет 10 копеек. Молодой человек. Вдох, выдох. Миша, твой. Упала от джаз. Жень, да я вам легко. Слегонца, дружок. Да легко. Не суть. А, щеку брала. Так, что, никуда я? Семки. Да, Париж. Париж. Не, в Париж отдохнет. Чернобыль. Ты, блядь, я. Дион заебал, пидорас. Сегодня на залив финский. Финский? А тут пивком найти можно. Да, на самом деле. Долечу. А пивка не желаете? Для рывка? Да. Это финский залив. 10 копеек дай. Пошел нахуй. Это ваша любимая фраза.
Можно особо не запас закончился. И обжалованию не подлежит. У особо не запас закончился. Оп. Ни страны, ни погоста. Охрененно сказано. Не как хочу выбирать. Как лужи пёрнула. Пошел нахуй. Это Бродский. Стой. Ни страны, ни погоста. Не хочу выбирать. На Васильевский остров. Наташ, здорово. Привет, родной. Просите сказать. Давайте станем здесь. По поводу Олимпиады в Сочи будет вопрос. Какую вы видите эмблему? Вы знаете, я не падаю с небес. Я недавно был в Поволжье. Там существует несуществующая структура власти. Например, 5-е управление ФСБ террориста джихада. Или ФСО стран СНГ. Такой частной охранной организации нигде нет. Грузия, Украина — это разные государства. Армения, Азербайджан тоже. Все к странам СНГ относится. Поэтому я сомневаюсь, что вообще выборы будут, потому что это покушение на конституционный строй Российской Федерации или военного переворота. Есть даже первое управление ФСБ террориста джихада. Насколько мне известно, у нас есть пограничные войска и только куратор культуры. А Министерство культуры у нас называется Департамент культуры, но не 5-е управление ФСБ террориста джихада. И программа естественной убыль населения национальных окраинных РСФ 15 миллионов в год, может быть, в Афганистане есть, но у нас такого нету. Это Россия, а не Афганистан. Хорошо, по поводу эмблемы Сочи вот Олимпиады. Какая разница? Любой снайпер это сделает за 2000 баксов. Вот и не будет Олимпийского комитета. Поменяет на другого, а новый какой захочет, такой сделает. Все-таки же военно они должны быть выше работников театра. Снайпер есть снайпер, у него приказ, он должен сделать это бесплатно. Поэтому надо дожить сегодняшний день. Чего мечтать о облаках каких? Понятно, спасибо. Бабушка, вам скучно? Да. Снимать. Да. Скучно? Боже. Нашли место это. Вечно заборы тут поломаны. Да мы фотографируемся, женщина. Не лезьте, а то вы сейчас упадете. Иди отсюда, иди отсюда. Быстренько иди отсюда, пока я не позвала мужиков. А что они сделают? Быстро уходи. Счастья вам. Живите спокойно, ладно? Спасибо. Дед. За пожелания спасибо. Не, мы сейчас, вам того же. Мы сейчас переодеваемся и уходим. Вам того же. Пусть спасибо, ты. Да. Что вы другого места не нашли покурить? Да мы не курим. Ну так а чего вы в мусорнике тут лазите? Мы фотографируемся. Так это что, пейзаж такой? Да. Да, это сейчас модно. Фотографируем. Да. Быстро отсюда. Быстро отсюда. Туалет можно туда, да. Туалет, сейчас пойду насру. И под квартиру вашу насру.